Мы находимся в городе Сыктывкаре. По сравнению с Москвой, здесь лежит глубокий снег. А вот это наши благословенные братья и сестры. Это те, которые не захотели сразу убегать после богослужения. Потому что с ним рядом их пастыри. Пастор Сергей из города Ухты, да. Ухты или Ухта? Ухта. Ну я так и пишу, говорю не так. Пастор Павел. Слава Богу. И вот смотрите, какие они у нас чудесные. И хотят нам передать привет. Передают привет в Церковь Божию в Царицыно. Сергею Васильевичу, Дине Анатольевну, Подоль. И Светлана. Желаем распространиться, максимально принести плода для Царства Божьего. До краев земли. Ну тогда, если день рождения, надо тогда спеть песню с Крайнего Севера. Сергей Васильевич, с днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения поздравляем, поздравления тебя. И хотя... Они тоже хотят. Мира, радости, любви, Еля, ты. И хотя мы, казалось бы, на севере, но погода здесь очень чудесная. Больше минус 5 не было, даже в Ухте. Минус 5, минус 2. И то, что здесь нету грязи и чистый снег, пускай для нас это будет прообразом того, как мы должны ходить во Христе без грязи, а были подобны чистому снегу. Но привет принимаем. Будьте благословенны.